Перед вами галактика, полная света, звезд и разумной жизни. Но так было не всегда. Совсем недавно здесь было темно и холодно. Так что же случилось? Просто некто принял решение. Некто посмотрел на амебу и подумал, тут не помешал бы еще один жгутик, да и пара клешней тоже. И не успели вы оглянуться, он король океана. И тогда некто решил, пора на берег. И так появилось земное существо. Но жизнь на суше – рискованное дело. Некто посмотрел на нашего героя и сказал, он должен уметь защитить себя. И вуаля! Как говорится, кто успел, тот и съел. Но выживают те, кого больше. Поэтому некто сделал нашего друга неотразимым для противоположного пола. Ну вот, совсем другое дело. Теперь мы плодимся, если повезет. Можно, конечно, запугать противника количеством, но эффективнее использовать оружие. По иронии, так и возникла первая цивилизация. Но цивилизация — это прежде всего борьба. За что? Да за все. К счастью, некто пришел на помощь и сказал, «Ребята, остыньте, объединяйтесь и живите мирно». Что они и сделали. Они построили космические корабли и отправились завоевывать галактику. Но они никогда не догадывались, что все это время, весь этот путь от жалкого микроба до капитана космического корабля, некто направлял каждый их шаг. И этот некто — вы. Спор. Какую вселенную создадите вы? В продаже с сентября 2008 года.